Всем привет, с вами Песо. Продолжаем играть Devil May Cry. Прошлой части мы получили новое оружие. И да, я забыл. Как менять оружие. Так что сейчас я посмотрю, как это сделать сам. Вот. А типа нужно начать миссию, и мне дадут оружие. Ну, не прочитал название и не понял. Вот такие дела. И да, как они меня бьют? Ебать. Прикольно. Понятно. Блин, как же он медленно идет. Блин, у меня же новое оружие, кстати. Нет, никак. Ну, все ясно. Я так и знал, что нужно идти в эту дверь. О, кстати, там еще лестница. Не знаю, куда она идет, ведет. Ну, ладно. Угу. Ух ты, ёхты. Ага. Ты у нас что? А это? Зеленое что-то мне это, так что пойду сюда. Так, испытанные войны. Я не знаю, что тут делать, я не прочитал название, кстати. Извиняюсь. И что это? Ух ты! Да, не блокируй, я вижу. Все, не блокируй же. Что-то делаю с врагами, что ли? А если не буду их трогать и буду это бить? О! Типа ничего, беззащитный, да? Ой-ё! Всё. Ну, мне это нравится. Все, теперь они в защите. Могут блокировать. А, блин. Все. Отлично. Нихера. Ничего себе, что он делает. Так, зеленая штучка.
Понятненько. Так, я попробую другие еще миссии пройти. Может, они дадут мне еще что-то-нибудь особенное. Ладно, тогда сюда. Да, пофиг. Они мудрости, ничего себе. Лабиринтик. Ага. Ага, понятно. И чё это было? Ладно, пойду сюда. Теперь я в скерть, потому что тут... Ничего себе! Ух ты, ёх ты! Ауч! Ай! Что ж, ладно. Конечно, херню снимаюсь тут я так, вот такой вот. Ну да ладно. У меня вот что-то получается наконец-то. Ай. Эй, нечестно. Что? Снизу теперь? Ну вот же, я добрался! Все, добрался наконец-то. Да. Надеюсь, тут не будет больше. Нет, тут будут враги. Я наплеваю на них. Если меня, конечно, впустят еще. Отлично. Так, ну с этим как-нибудь я тоже разберусь сейчас. Может, там тоже что-то есть. Так, я туда ходил, значит, вперед пойду. Блин. Ладно. Ладно, там говорили про какую-то мельницу.
Так что я, наверное, не знаю, как вот это вот пройти. Хотя, а если... О, я же, наверное... Не зря сюда пошел, наверное. Тут же врагу... Тут есть враги. Так, еще раз. Пойду сюда. Я забыл, где враги, где не враги. Во! Наверное, мне нужно выбирать правильный путь. Так-с. Куда ходил? Значит, сюда. Нет. Так, еще раз. Значит, прямо. Нет. Так, еще раз. Новая попытка. Стой, куда? Значит, сюда. Отлично. А теперь куда? Давайте прямо. Отлично! Получилось! Понятно, это был лабиринт просто. Все, я добрал все кристаллики. Нахера. Только не говори, что мне нужно... А, нет, спасибо. Все, я забрал все кристаллики. Нахера. Так, все. Теперь я могу, наверное... Да, вот, я не зря это все делал, вот. Давай, оставляй еще. Во! Окей. И последний. Теперь построить мне эту, да? Нет, он надо вот это вот, спасибо. Темный коридор. Ага. О, улица. А вот и она. Так, так. Ты стала сильнее. А, то он. Пошел к черту. Наводишь пистолет на меня, на свою кровь. На дорогого папочку. Папа? Моей единственной семьей была мама. И она мертва. Да, быстрее. Ты разбила мне сердце. В конце концов, это ведь я дал тебе имя. Теперь понятно, почему у него такие же глаза, как моя у нее. Дорогая доченька. Короче, что у них там происходит сейчас? Окей, Касанага закончилась уже. Куда он ее выбросил? Ранила. Все, он разозлился на нее. Сейчас говорят, скажут, что миссия... Да, миссия закончилась. Блин, чего я сразу-то не пошел на YouTube-то? Ладно. Хотя, пофиг. Вот сейчас теперь зайду в YouTube, как там дела. О, Данте. Опа, поймал.
Ух ты, вот такой дождь по мне. Неудивительно, что небо кажется таким забавным сегодня. Отпусти! Отпустить? Но будет жаль, если ты станешь таким красивым пятнышком внизу. Ну, зачем ты это сделала? А, понятно. И нафига ты это сделала? Я тут пытаюсь помочь тебе, а ты благодаришь меня выстрелами. Да хватит. Может, у тебя нет враг? Ну и ладно. Делай, что хочешь. Так значит, он тоже демон. Как ты догадалась? Я уже начинаю думать, что мне не везет с женщинами. Окей. Итак, дуэль деменских братьев? Я что, с Вергилием сейчас буду сражаться? В смысле? А не рановато? Ну, ладно. Ладно, раз так. Прикольно, с ним буду сражаться. Ну чё, братец? Сейчас поговорим с тобой. Чё, как? Чё да как? Тёмный коридор. А, да. Я же в другую сторону, я же в другую сторону пошёл. В эту дверь. Я туда и вышел. Не. Другая. Дружинка. Так. Ладно, я куда-то пришел. А, это, типа я иду к нему. Вергилий, братец. Двой... Дружба. Братц. Понятно, типа я поднимаюсь первый этаж к братчику. Братчику. Близнец. Темная бездна. И где он? А, ну да, мне же надо выше подниматься. Прикольно, он встречает меня. Как неожиданно, с гостями. Прикольно. Сразу же, уже. Ладно. Ничего себе, что за враги такие прикольные? Отлично. Ух ты. О, блестяшка. А, отлично. Мне как раз этого не хватало. Блин. Скажите, это же Саш, что ли? Ладно. А, не. Сражамба будет. Сдохни! Отлично. Crazy. Все. Отлично. Что-то вот упало от нее. У меня уже свободные двери есть. Класс. А, ну как. Значит, я, наверное, не зря тут прохлаждаюсь. Ну так все-таки, что там была за дверь какая-то там была?
А, о как. Ага, понятно, меня все-таки туда не пустят, потому что да. Там же еще одна дверь была, да? Показалось. Лифт она, я чего? Короче, лифт. Ага. Понятно уже? Как менять руку? О. Не, нужен другой меч. Ладно, пофиг тогда. А, стоп. Может, сюда? Ага, угу. А если я порежу? Нет. Жалко. Во. Нет. Дверь. Так, тогда в другую сторону. А, нет. Мне так и так не пустят. Никуда. Типа, что делать? Что ты делаешь? Нет. Так. Ну, другого пути нет. Я не знаю, куда идти дальше. Если сюда. Нет, не сюда. Может, нет. Мне кажется, есть еще одна дверь где-то. Да. Но нет. Может, там где-то что-то пропустил. Может, это надо взять. А где я пропустил-то что-то? Ну вот же комната какая-то, которую я не могу зайти в нее. Может, здесь подсказка есть, например, вот этого вот шибика. Нет. Жалко. Ну что-то здесь, наверное, надо сделать, я не знаю. Мощи? Ну не знаю. Короче, смотрите, я взял другое оружие, может быть, что-нибудь изменится. Но пока что да, что-то изменяется. Yeah!
Нахера такое делать? Окей. Ясно. Воша пойдет, пойдет, наверное. Breakdown. Все отлично. Блин. Смотрите, я взял другой стиль. У меня не крюкач, а вот этот вот. Сейчас. Может, получится что-нибудь. Ну, почему-то вот заканчивается и начинается. О. Ну уже. Блин. Нет, я не, если зажму, ничего не будет. Блин. Я не заметил, что уже все, уже закончилась комбо. Вот же. Так нечестно. Ну. Ну вот же чуть-чуть, все. Наконец-то. Я думаю, что вот ради этого я вот бил. Я не знаю. Меня обманули. Значит, я что, все это дело зря, значит. Ну блин, ну ладно тогда. Зато эту взял штуку, ну ладно. Может быть что-нибудь сейчас, вот что-нибудь. Странно. Я посмотрел в интернете, оказывается, если спрыгну, то что-то будет там. Ну, точнее, я знаю, что там будет вот это вот. Но я не смотрел вот эту вот дверь, может быть там что-то есть. Небесная библиотека. Угу. Так, что я вот увидел? Вот враги. Да. Вот, блестит. Вот. Источник питания. Вот. Вот, наверное, вот это вот мне нужно было вот это взять, наверное. А теперь пусть все к черту. Не хочу с ними драться. Итак, времени запотратил. Ладно, теперь забираемся. Надеюсь, это поможет. То, что я взял. Пожалуйста, скажите, что да. Скажите, что я не зря времени вот это вот потратил сейчас. Вот. Вот эти вот. Шасы. Ой-ой. Ну-ка. Да, наконец-то. Ебой. Ой-ой. Ой-ой, ебой. Ну-ка. Ну, идем поздороваться с братом, если он тут есть. Так. Да, у меня один брат. Нафига мы спустились сюда? К часам. Без понятия.
Может, Вергилий нас здесь встречает? Сейчас посмотрим. Мы же, это же дверь, мы там были, да? Печерль, да. Да, мы здесь были. А нахера мы это сделали? Может, потушить? Да, возможно, потушить можно сейчас. Ну-ка. Да, во! Мы же взяли там, мы же там не зря кое-что взяли. Все, вот открылась дверь. Да блин, не это. Вход. Странно. Ой, да, идите, я не хочу с вами сражаться. Потом. Ух ты. Ух ты. Окей. Разрушенная рука. Ууу. Ничего себе. Ладно. Все, все. И что это за булыжник? Ударить по нему надо, что ли? Типа, да. О, что-то появляется. Все, наконец-то. Выпало что-то. Ага. О, нет. Да на! Отлично. Да блин. Воу-воу. Да блин, сколько их тут? Все, наконец-то. Блин, когда мы с братцем уже встретимся, уже? Хочу мужу подавать. Подавать, окей. Так, что, к лифту возвращаться сейчас, да? Если да, то где лифт? А может, не к лифту? Я не знаю. А, вот он, лифт. Это просто постоянно, как я поднимаюсь, могу пропустить. А что не пропускать? Ладно. Давай, выходи. Сейчас буду сражаться с роботулечком. Ладно. Ага, 4 удара и он труп. Готов.
Блин, ведьма. Еще. Что такое? Все, наконец-то уничтожено. Все. Все будут сражаться со своим братом. Наконец-то. Встреча, встреча братов. Братов. Гномов. Все. Ну, а так что она будет здесь опять. В игре. Ну, ничего с этим не поделаешь. Потому что не хочу проходить это все, вот это вот все заново. О. А, так это они звук издают. Мечи. Типа кружится голова, типа у них. Все. Все, наконец-то. Вергилий, здорово! Повстречай своего брата! Я знаю, что ты здесь. Да, вот, вижу вот эту вот штуку, значит, да, он здесь. Братик. Ну, здорово. Виталя. Вергилий, вот он стоит, прикольный какой. Привет. Стоит и все. Дождик идет. Как в те времена, когда как Вергилий победил Данте. Как в старые времена. Наверное. Ой. На этот раз я побежу. Виталия, Вергилий. Привет. Вот и ты. Ты точно знаешь, как устроить вечеринку. Ни еды, ни выпивки. Угу. Единственная девчонка ушла. Мои искренние соболезнования. Мне так не терпелось увидеть себя, что я просто не смог сконцентрироваться на приготовлении. Неважно. Как ни крути, мы уже целый год с тобой не виделись. Не поцелуешь младшего братика? А еще лучше, не поцелуешь ли это? Пистолет типа да. А, значит, это и называют трогательным осырением семьи? Ты, черт возьми. Да. А чего вы не поделили, что вы друг другу сражаетесь? Ладно. Давай. Пик тьмы. Ничего себе. О, о, о! Ты что сделал? А он опа! Тихо! Блин, он опасный! На! Он опасный. Думаю, за него прикольно будет играть. Если играть за него. Сразу же лечись. Тихо. На. Сзади по спине.
земли. Я... Не надо! Он как Сэм из Metal Gear Rising, вот ё. На. Все, я понял, как с ним сажаться. О, по-моему стал. По-моему. Мои волосы, во. Это было легко. Катка. О, как шумно. Ну да. Еба. Так. Почему ты отказываешься принять силу? Силу нашего отца Спарты. Отца? У меня нет отца. В смысле? Ты шутишь? Я просто не как ты. Вот и все. Ну да. На опять что ли? Опять убил. Глупость, глупость. Либо это та предыстория, которую женщина говорила. Контролирует все, а без силы ты не сможешь защитить никого. А что, он слабый, что ли? Даже самого себя. Да, это, наверное, предыстория. Вот теперь сейчас он станет еще сильнее. Да. Это та предыстория, которую говорила женщина. Ты наконец получил его? Да. Теперь заклятие, наложенное Спартой, будет взломано. Ну да, он же выживет, он же бессмертный. А Вергилий почему-то смертный. Ну типа. Я вижу, дьявол внутри тебя наконец проснулся. А, вот еще какая предыстория. Как он стал бессмертным. Стой, нам нужно идти. Сейчас у нас есть все необходимое. В смысле? Отдай блестяшку. Данте, живи. Я знаю. Вергилий, стой. Отдай блестяшку. Мы же братья. Чего они поделили один что-то? Чего они сражаться вместе с друг другом? Они же братья. Так нельзя. Они что, кости поделили, что ли? Буй, появился делать регия. Он стал таким вот. Устал. Ну сейчас отдохнет, сейчас проснется. Отдохнет сейчас чуть-чуть. И придет в себя. Это я знаю. Так думаю. Я же знаю, что он бессмертный. Окей. Спит, отдыхает. Сейчас проснется. Я думал, это финальная битва, но нет. А то я думаю, что там 18 миссий в этой игре-то? Допустим, что это была первая глава. О.
Еще реалистично. Вот, видишь, видите, я же говорил. Отдохнул и проснулся. И новая музяка пошла. Так, он упал вниз. Радуйся, Данте. Ты бессмертный. Эпично. Куда? Ну, только полетал, а тут летает. Съели нас. Ну, эпично, эпично. Ладно, лучше его в следующий раз. Чё у нас, как там по миссии? Попали его на желудок. Ну да, нужно же уничтожить этого крокодила. А какого хера... Чё он ещё ел тут, этот крокодил, который летал возле башни? О, теперь это Дейл Триггер появился. Так. Какая кнопка это у нас? Ага. Прикольно. Всё, научился превращаться в демона, Дейл Триггер. Всё, если понравилась серия, должна понравиться, то ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был все по всем. Пока, не забывайте мой телеграм. Все, всем пока.